Меня зовут Дакеев Ринат. Я директор компании Бемер Арматурен Казахстан. Это немецкая компания по производству и реализации шаровых кранов. Нравится подход Кирилла Куницкого, нравится динамика развития проекта. Ключевые моменты – это систематизация бизнеса. Собственно говоря, это было вынесено как бы в название этого семинара, и именно за этим я сюда пришел. Я хотел получить инструменты по систематизации, я их получил сегодня. Я буду, наверное, применять. Естественно, я думаю, что я буду отстаивать позицию бизнес-конструктора, позицию именно правильной систематизации бизнеса. Ну и в дальнейшем, я думаю, она принесет нам успех. Поэтому я хочу тем, кто увидит мою физиономию на бизнес-конструкторе, на блоге, на сайте, прийти и попробовать. А там дальше время покажет. Я думаю, что несомненная польза от этого будет.